Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш обратился к религиозным лидерам и всем людям, отмечающим Пасху. Пасху, Песах и предстоящий Рамадан. Он призвал объединить усилия для достижения мира и сосредоточиться на общей борьбе за победу над COVID-19. Посещающим в эти дни церкви, мечети, синагоги, генсек рекомендует соблюдать строгие санитарно-гигиенические меры, в частности, не прикладываться не прикасаться к святым местам, в частности, не обниматься, держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра. We are all seeking to navigate a strange, surreal world. Мы все стремимся ориентироваться в странном сюрреалистическом мире, мире тихих улиц, закрытых витрин и пустых мест поклонения. Давайте все будем черпать вдохновение из сути этих святых случаев, как моментов для размышлений, воспоминаний и обновления. Поразмыслив, давайте обратим особое внимание на героических работников здравоохранения, которые борются с этим ужасным вирусом. Давайте вспомним самых уязвимых во всем мире, тех, кто находится в зонах военных действий, в лагерях беженцев и трущобах, а также во всех тех местах, которые наименее оборудованы для борьбы с вирусом.